Всем привет-привет! Вы на канале Цвета Фантазии, с вами я, Диана. Сегодня еще один хочу сделать пробный вот такой вот ежедневник. Я уже сделала и показывала там, как он получился, да? Сейчас еще один делала, но он еще не подсох. Сейчас я покажу. Ну, первый уже получился нормально. Сейчас я вам покажу, я уже поставила отсыхатель. Так, смотрите, какая красота получается. Это на сером фоне. Вот. Видите, я здесь все сделала, значит, серого цвета, но я сделала фиолетовый. В общем, видите, фиолетовый цвет. Вот так получилось. Это еще не готовый, естественно, вариант. Сейчас вот подсохнет. Потом будем делать уже какие-то еще. У меня книжка просто дома, я поэтому сейчас в своей мастерской не принесла. В общем, так, ну что мы делаем? Хочу попробовать, знаете, что, синего цвета, вот такая у меня книжка. У меня их несколько штук, сейчас буду делать эксперименты на них проводить. Во-первых, это Shelly Art, ну как бы, ну интересно может получиться, да? Вот сейчас думаю, на белом или на сером фоне сделать вот этот синий. Сейчас я попробую. Немножко хочу по-другому сделать вот этот раз. У меня есть вот такой вот серый цвет. Окей. Это серая, серого цвета краска. Белая она была, но она серая. Я смешала ее с черной, получала серую. Так, хочу, знаете, как сделать, чтобы вам было понятно. Сейчас вот здесь я сделаю, значит, рисунок, а потом отсюда переложу сюда. Я вот так хочу попробовать сейчас. И посмотрим, что у нас получится. Так, ну так как там синяя, да, давайте будем делать уже такие цвета, чтобы они подходили, наверное. Так, пробуем делать. Я просто не знаю, это продуть или же, или свайп. Вот немножко пока не знаю, что сделать вообще. Может продую, а может свайп. Сейчас подумаю, как придет, так и сделаю. Так, это у меня Prussian Blue Амстердам. Дальше я хочу добавить, знаете, какой? Вот такой вот, опять же, жемчужный. Буду добавлять, как-то буду по очереди, и жемчужный, и такой, и посмотрю, что у меня получится. Так, синий, я надеюсь, там вам видно? Да, видно. Синий, вот такой вот фиолетовый, белый, вот, ну он белый, а фиолетового цвета. Вот такие акрилик краски, вот. Это вот они белого цвета, а когда размешиваешь, оно высыхает, просыхает, получается как бы темный. Так, какой еще добавить? Сейчас, подождите, подумаю, чтобы правильно было. Так, я вот думаю, может пигмент вот такой сейчас, голубой пигмент сделаю. Ну, пусть будет сегодня больше синеватого. Потому что там же все синее. Вот нам надо, чтобы оно было синего хотя бы цвета. Так, это у меня пигмент. Значит, такой, да? Теперь, какой бы цвет добавить? Сейчас подумаю. Давайте вот такой золотой добавлю. Вот он. Не знаю, я вот подложку вроде сюда налила, но я не знаю, она хватит, не хватит. Сейчас подумаем. Так, что еще добавить? Сейчас посмотрю. У меня вот здесь вот краски, я вот думаю, какие добавить еще. Так, немножко я вас задержу, конечно, но ничего.
Фиолетовый не пойдет. Думаю, что не пойдет. Ладно. Больше, может, и не надо. Сейчас я еще что-нибудь должна добавить, потому что вот такое все мало это. Вот думаю, попробовать бронзу, что ли. Попробую я пока так пигменты, сейчас бронзу. Сейчас я добавлю еще цвет. Вот такого, опять же, темно-синий. Да? И попробую сверху. А, ну бронза, мне кажется, будет некрасиво. Мне кажется, так будет некрасиво, конечно. Я так думаю. Я так думаю. Так, ну. Не знаю, у меня много разного. И вот я думаю, какой же бы добавить. А что, если я попробую добавить вот такой вот, он называется, это Крайола, ПФТР, я не знаю, я записала, но не знаю. Он такой, вы знаете, он и не серый, и не синий, ну, какой-то вот такой интересный цвет. Вот я сейчас попробую вот этим цветом и посмотрим, как он даст, какой даст эффект. Сейчас подумаю. Мне кажется, будет интересный цвет. Он и не серый, и не голубой, как бы такой вот непонятный, в общем. Мне кажется, на синий он подойдет. Теперь, что теперь? Если это у нас серое, синее, значит, нам надо... Нам надо... Или черный, или сейчас я приду к вам. Угодите. Я попробую сейчас вот таким синим цветом провести. Так, сейчас попробуем синим цветом это провести. Или подуть, или провести. Сейчас я вот не знаю, короче, что придет в голову, то и сделаю. Так, если это вот так, мне кажется, будет интересно. Давайте вот так сделаем. Немножко голубого. Это у меня активатор. Я не знаю, он сработает или нет, потому что он у меня немножко другой. И давайте попробую такой вот черный чуть-чуть добавить сюда. А, нет, вот он не черный. Знаете, какой это цвет? Сейчас. О, как хорошо, что я его нашла. Это у меня цвет... Так, графит. Вот сейчас попробую графит и посмотрю, как он получится. Графит и синий. И вот, эксперимент продолжается. Вот. Сейчас посмотрим, какой оттенок даст этот графит. Ну, зачем же мне нужно? Так, ну что, давайте... Мне кажется, опять этот синий не сработал. Сейчас подождем, посмотрим. Если не сработает, значит, еще один сейчас активатор сделаю. Он не сработал, скорее всего. Не, не сработал опять. Вот видите? Так, это Лукас у меня. Старая краска была. Но он немножко вот срабатывает, но не совсем. Нет,
Мне это не нравится, конечно. Сейчас попробуем. Видите, совсем не срабатывает, потому что эта краска другая. Ладно. Не сработал, значит, сейчас будем делать еще что-то. Не, ну вот он сработает. Просто мне кажется, что... Так, давайте-ка попробую еще раз провести вот этой. И посмотрим, что у меня тут получится. Мне хочется серого. Чтобы серый был. Вроде что-то там проявляется. Но не совсем. Эксперименты, эксперименты. Нет. Вот серый проявляется. Вот видите, серый, да, работает. А вот синий не сработал. И это уже очень нехорошо. Сейчас еще чуть-чуть. Так, значит, мне надо выбросить просто его. Потому что это уже второй раз я вроде экспериментирую. И второй раз он у меня не сработает. Второй раз он у меня не сработал. Красиво получилось, конечно, смотрите. Вот, они только-только повылазили. Я думаю, может, если продуло бы, тогда бы было нормально. А так, конечно, ненормально. Потому что он сработал. Вот, видите? Ну, тоже неплохо, по идее, да? Буду пробовать вот так. Тоже неплохо. Не обязательно, чтобы все прямо так вот было, да? Сейчас будем пробовать. Подождите. Нет, красиво получилось, да? Да, вон они, видите, только-только начинают проявляться. Вот почему не на холсте? Как всегда, да? Почему не на холсте? Так, ну ладно. Вот, здесь я сделала. Это же эксперимент. Пускай будет такой. Сейчас посмотрим. Это как раз я новые цвета поэкспериментировала. Посмотрим, что тут нам даст это все. Так, что я опять вас задерживаю? Сколько тут минут я записала? Ну, 14, ладно. Пока. Сейчас быстренько закончу. Я хочу вот сюда. Только вот я не знаю. Сделать это большим. Или же маленьким. Вот. Или вот так провести, что ли. Давайте попробуем. И это на сухое. Сейчас вот так вот я беру. С какой стороны лучше? С этой, с этой. Давайте.
Теперь я хочу сделать ее вот так. Такая у меня тишина. Это как я не болтаю-то? Ну, ладно. Сейчас вот здесь еще у нас есть, да? Сейчас мы добавим. Видите, как красиво тут получилось. Пробуем добавить вот это. Что-то сделала. Не знаю, что. Но что-то я тут сделала. Все. Что-то я тут сделала, короче говоря. Сейчас посмотрим. Еще краска осталась. Вот так вот. Сейчас я это все отдеру, и оно будет у меня супер-пупер. Покручу. Видите, какая красота здесь еще осталась. Еще можно даже сделать один холстик маленький. Знаете? Запросто можно еще сделать. Вот такой вот у меня холст есть маленький. Я сейчас все остальное просто солью вот сюда. Так. И будет у меня еще один холст вот таким цветом. Как раз в подарок человеку, который это заберет. Столько вариантов для экспериментов здесь. Все. Это у меня готово. Сейчас я вот это сниму скотч, чтобы оно как бы не, ну, не осталось вот так. Мне надо будет скотч снять. И вот такой же вот холстик еще. Пожалуйста. Супер-пупер называется. Так, сейчас мы его прокрутим. Все. И краски лишние не останется. Все, мои золотые, вот я еще раз просто для эксперимента попробовала сделать. Получается, просто надо немножко, конечно, руку набить опять же, потому что я, честно сказать, лентяйка, уже давно нормально ничего не делала. Вот, поэтому нужно сделать. Смотрите, вот. Еще один холст.
Краски я сюда много слила. Надо было меньше, потому что книжка маленькая, а я много слила. Но все равно получилось интересно. В общем, вот такой рисунок будет на синей книжке. Видите? Когда мы вот эти все уберем, то оно уже будет как бы... О, вот здесь вот, видите, у меня чуть-чуть осталось. Сейчас я вот сюда солью. В общем, вот такой вот рисунок будет здесь. Вот такая красота получится. Все, всем пока-пока, мои хорошие. До новых, значит, заливок. Буду стараться делать каждый день. Ну, пока как получается, так я и записываю. Все, пока-пока, мои хорошие. Подписывайтесь на канал, делитесь каналом. Я знаю, у вас сейчас там немножко сложновато с этим. Наверное, в России это... Ну, сейчас что-то говорят не очень. Показывают, что ли, что... Или не доходит, что ли, не показывают. Я так не поняла. Мне девочки сказали, говорят, мы не видим твои видео. Поэтому подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Ладно? Все, всем пока-пока. Я вас люблю.